Открытие новой набережной все ждали с особым трепетом. Здесь, продолжая уже освоенное горожанами пространство, расположилась не только главная городская сцена, но и прогулочные зоны, торговые места, беседка, оригинальные лавочки и цветники. А также отдельно вынесены мангальные зоны. Они находятся почти на самом берегу. Многие объекты, в том числе сцена и мост, подсвечены. Вдоль дорожек установлены красивые многоцветные фонари. Это красивое, располагающее к прогулкам и отдыху место – подарок всем жителям района к 30-летию территории. Мы превратили рабочий поселок в самый современный европейский город. Но Белоярский круче, потому что он пронизан русской душой. Мы сегодня являемся лидерами не только в Югре, но и в стране по социально-экономическому развитию. У Белоярского светлое будущее, самая перспективная территория, самый перспективный город Югры. Это наш любимый Белоярский. Да, белоярцы! На торжестве по случаю открытия набережной присутствовали и почетные гости из столицы округа и первопроходцы Белоярского. Директор департамента финансов, заместитель губернатора региона Вера Дюдина передала горожанам и гостям праздника поздравления от Натальи Комаровой и призналась, что очень любит бывать в Белоярском районе. То, что мы сегодня открываем этот замечательный центр, не побоюсь этого такого притяжения, любви, добра, тепла, это очень о многом говорит. Это говорит о том, что у вас добрые, чуткие сердца. Ну, просто невозможно, наверное, каждому не принять эту чуточку добра и тепла в свое сердце. Я вас очень поздравляю. Ветеран и почетный гражданин Белоярского Владимир Голошубин пронес по дорожкам набережной факел и зажег огонь внутри еще одного памятного знака, украшающего территорию. Пламя это символизирует неиссякаемые недра югорской земли. В этот день состоялось и открытие моста влюбленных. Название предлагали сами жители территории, и победил вариант, автором которого стал еще один старожил Белоярского Виктор Макаров. Вместе с главой района они разрезали символическую ленту у входа на мост. Я более 40 лет здесь, в Белоярском. Как приехал, я сразу влюбился в прекрасный, красивый край. И поэтому вот красота должна... Вот во всем быть. И человек, который любит красоту, он во всем влюбляется. В природу, молодые друг друга, старики, бабушки, дедушки, своих внуков, правнуков. Вот, влюбляются в жизнь. Вот, на любви жизнь построена. Без любви нет ничего. На празднике вручили подарки двум белоярским семейным парам, одна из которых образовалась в праздничный день. Буквально прямо из ЗАГСа приехали на набережную Юлия и Дмитрий Макаровы. Молодожены знакомы с детства, такую дату свадьбы выбрали случайно, не ожидая, что окажутся в центре всеобщего внимания. Чтобы город дальше развивался, были новые постройки, процветал, чтобы дорога у нас была уже до Приобья наконец-то. Также глава территории тепло поздравил супругов Шеймардановых, семья которых является примером многолетнего прочного союза, основанного на любви, верности и взаимоуважении. Обе пары закрепили за перилами моста замочки на счастье, выбросив ключи в воду. Елена Филиппова, Петр Михалап, Инна Бугрова, Белоярский, время новостей.